Понимаете, всегда уважать других — это аскеза. А уважать себя — всегда возникает уважение к себе, когда мы не совершаем аскезу. Поэтому мы всегда должны следить за собой. Как чувствуем, что мы начали себя слишком сильно уважать, надо переключиться на других. Потому что одновременно себя и других уважать невозможно. Когда человек уважает себя, он создает разруху в своей жизни. Но уважение к себе возникает как награда. Это не значит, что не надо уважать себя, оно приходит. Уважение к себе – это результат деятельности. Это не то, что мы должны культивировать в себе с помощью самовнушения. Когда человек совершает хороший поступок, у него уважение к себе приходит само. И он думает: здорово. То есть оно само приходит, и это настоящее уважение.